Добро пожаловать на канал Hardware Info. Это Samsung Galaxy F12. Сейчас покажу, как на этом девайсе выполнить вход в безопасный режим. Итак, для начала нажимаем и удерживаем кнопку питания, нажимаем и удерживаем кнопку выключения и нажимаем безопасный режим. Ну что ж, на этом все. Мы вошли в безопасный режим. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!